Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Плюс один. Лето, пора свадьбы. Закоренелый холостяк Бен и его подруга Элис, которая только что рассталась со своим парнем, приглашены сразу на 10 свадьб. Чтобы не искать плюс один, ребята решают притвориться влюбленной парой. Удастся ли ему стоять перед магией секса вокруг и остаться друзьями? Парни со стволами. Реальная история о приятелях-планокурах из Майами, умудрившихся выбить в Пентагоне контракт на 300 миллионов долларов на поставку оружия. Фантастические твари и где они обитают. Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе. Форсаж 8. Пристегните ремни, гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк. Для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Я худею. В жизни Ани есть две главные любви. Ее парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются. Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдастся. При поддержке лучшей подруги и увлеченного здоровьем образом жизни добряка Коли, она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье. После того, Мия и Эллиот – влюбленная пара. Их отношения разгораются с новой силой, после того, как одному из них диагностируют опасное заболевание. Операция «Калибри». Как заработать миллионы на бирже? Можно долго учиться на трейдера, а можно протянуть кабель через всю страну и получать котировки раньше остальных. Антон и Винсент решают провернуть аферу века, но на их пути встает Эва Торрес, роковая женщина и беспринципный злой гений. Спасатели Малибу. Группа пляжных спасателей работает на побережье Тихого океана. Они всегда находятся на своем посту и охраняют отдыхающих от несчастных случаев на воде. Главный герой, опытный спасатель Митч Бьюкеннон и его молодой коллега Мэтт Броди случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Большая нефтяная компания собирается разрушить побережье, преследуя личные интересы руководства, крепко завязанные на финансах. В активном поиске 2016 года. Устав от жизни со своим бойфрендом, Элис уходит от него, переезжает к старшей сестре Мэг, находит новую работу и обзаводится новой подругой Робин. Последняя оказывается страстной поклонницей ночных отжигов и пытается втянуть Элис в свою беспечную жизнь, хотя та предпочитает чинные и продолжительные отношения, пьяным знакомством на вечеринках. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!